Трасса М7 вчера едва не встала намертво из-за крупной аварии. На границе Маргаушского и Ядринского районов водитель сидельного тягача «Скания» из-за дождя не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения. Дальше, как это чаще всего бывает, в таких ситуациях последовало столкновение со встречным «Мерседесом», тоже тягачом из Вологды. От удара с полуприцепа скатились металлические трубы, помешали движению автомобиля «ДАФ» из Белоруссии. Последним в этой цепочке аварий пострадал нижегородский «УАЗ-Патриот». К счастью, обошлось без жертв. Больше всего досталось водителю «Мерседеса». С закрытой черепно-мозговой травмой он доставлен в нейрохирургическое отделение столичной БСМП. В течение 3 часов движение на этом участке дороги регулировалось 2 нарядами ДПС в объезд через Ядрин и автодорогу Сура.